популярные – это красный, фиолетовый и желтый. А и зеленый еще тоже вроде как популярен. Так. Я взяла… Скажи, я скажу. Держала форму? Я скажу, если ты скажешь. Я сказала, чтобы она держала форму. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Я не совсем еще до конца разобралась в этом костюме. Сейчас проверим. Блин, он мне нравится уже. Прикольно. Теряй. А штанишку, подожди. Давай штаны. Так, выровняем его, подровняем. А, сейчас, попала головой? Стой, сейчас. Опа, да. Так. Тебе видно что-то? Абсолютно ничего. Вот здесь есть сеточка для того, чтобы был обзор внутри куклы. Ну. А ну, на секунду, сейчас снимаем. Сейчас сделаем все по-правильному. Ребят, мы вставили в ноги этот пенопласт, так называемый. Вот что получилось, мне вообще похоже на казака какого-то, с перекачанными ногами. Да, Хочется Скоряева внутрь. Я только обратила внимание, что есть еще у этого космонавта рюкзак. Не можешь ничего не говорить, потому что с тебя спал микрофон, я только что увидела. Поэтому говорю я. Что есть? Есть обзор для глаз, но я так понимаю, Ангелина, что ты ничего не видишь, да? Ничего, абсолютно. Она говорит, что она ничего не видит, но тут обзор для глаз на сантиметр, ровно сантиметр сеточка. Ну, это, соответственно, глаз этого мангаса. Есть еще внизу обзор для глаз, вот через этот обзор, ты видишь? Нет. Смотрите, вверху есть сетка, как обзор, и внизу сетка, но она не видит ни там, ни там. Почему ты не видишь? Вот если бы было посерединке, было бы видно. Получается, это сильно низко, а это сильно высоко. Я перейду, если вам не слышно, это сильно высоко, это сильно низко. Она говорит, что в идеале было бы хорошо, если бы это было бы где-то вот здесь посерединке обзор для глаз. Ну, ростовую куклу, соответственно, нужно выровнять, потому что она долгое время была в дороге и очень сильно помялась. На что еще хочется сделать акцент? На том, что здесь есть листья сухие. Видно, когда китайцы паковали, еще осень была. Так, ну и есть вот этот вот главный аксессуар мангаса, это рюкзак. Ну, рюкзак это как бы такая коробка, обшитая тканью. Вроде все. Он такой объемный, прикольный. Если его правильно разровнять, то будет классно. Но из-за того, что в нем плохой обзор, я балл снижаю и оставлю 4 балла. Ты сколько ставишь, Ангелин, скажи мне, я переведу. Тоже 4 поставлю. Она ставит тоже 4 балла. Итого этот амангаз набирает 8 баллов из 10 возможных. 4 от меня, 4 от Ангелины. Снижаем балл только за то, что плохой обзор. А так все классно. Кстати, тут еще один моментик. У этого амангаза нет рук. Напишите мне в комментариях, у него должны быть руки или нет. Ну вот по факту их реально здесь нет. То есть странно, ноги есть, туловище есть, глаз есть, а у него нет рук. Да, то есть реально у этого героя нет рук? У него нет рук, да. Ну все, понятно, окей. Ну что, переходим к следующему товару. К товару номер 4.